Вот и у нас в Германии зима началась. Сыпет и сыпет. Красота! Еще какая она! Зима. Вон стоят мои барашкина. Голодные на. Сейчас им сено принесу, кушать им дам. Травку уже щипать не могут на. А вот смотрите, это не рассказать на. Это просто классно на. Как красиво. Как раз у нас сейчас Вайнахтен будет. Слов нет. Вон уже тайх начинает замерзать. Уже одну сторону покрыла она. Если будет сильный мороз, то, конечно, замерзнет по полной. Но можем потом на коньках кататься. Аба выглядит все. Вау! Я накормил вот мои барашкина. Сейчас. Ой, голодный уже, голодный. Весь день работал, времени не было. Давай. Чаще сено. Кушай. Вот какой красивый барашка. Вместе. Но еще к рукам не привыкает. Боятся потихоньку. Вот сено им. Специальную будку построил и чтобы сено кушали. Фу, дышать невозможно. Столько снега. Вон же ждут. Ждут уже. Красавцы. Одной рукой неудобно сено класть и снимать. Но подходи, кушай. Смотри, как кушает. О, сено. По полной. Не бойся, эти не съемно. Мутю мой хороший. Боится.
А, красавцы стоят, ждут уже, когда кушать будет, да? Утю, какую красивую у нас. Ты солнышко, ну, смотри. Те. Ой-ой-ой, ждут, ждут. Сейчас. Сейчас у нас снег еще лежит, обещают на следующей неделе уже все, дожди пойдут, все таять начнет. Я такой футер специально им покупаю, ну а как кушают, ну. Сейчас еще сено им туда отнесу. Сейчас посмотрим, там что с водой. Не, не замерзло. Могут пить на. Че, вкусно? Вкусно, да? Посмотрим. Может, в этом году маленький еще будет. Надеюсь. Распаковка. Вот такая у нас елочка будет в этом году. Белая. Жена захотела белую. Пластиковую, не настоящую. Но. Потом к ней идут вот такие вот. Такие шарики на. Адвентс-календа. Потом начнем украшать. Посмотрите, как выглядит. Будет красиво она. Цветочки на. Красота.